Бирчанка Софья Епифанцева приняла участие в съемках полнометражного фильма «Выйти из группы». Она с другими победителями побывала на съемочной площадке и познакомилась со всеми этапами кинопроизводства. Я увлекаюсь документальным кино и экологией. Сняла с одноклассниками фильм. О своей победе я узнала по уведомлению ВКонтакте. Я очень обрадовалась. Там писали очень приятные вещи, и я была очень рада, что так получилось. С одноклассниками сняла фильм «Анти-IT» – это придуманное сообщество. По сюжету девушки собираются по вечерам у костра и рассказывают страшные и в то же время смешные истории, которые произошли с ними из-за увлечения интернетом. В интернете все быстро перестает быть популярным. Тем более теперь все обсуждают это видео, где ты падаешь с беговой дорожки. Сейчас Бирчанка учится в Москве. Софья – студентка факультета медиакоммуникации.